16 мая президент Илхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя конференции президентов американских еврейских организаций Малкольма Хоунлайна. Заместитель исполнительного председателя конференции президентов американских еврейских организаций Малкольм Хоунлайн с удовлетворением вспомнил встречу с великим лидером Гейдаром Алиевым и проведенную с общенациональным лидером интересную беседу. Он отметил, что американская еврейская община планирует инвестировать в строительство еврейской школы в Азербайджане. Малкольм Хоунлайн выразил удовлетворение Азербайджана американскими связями, в том числе успешным сотрудничеством между американскими евреями и нашей страной, и подчеркнул важность дальнейшего укрепления данного сотрудничества. Президент Илхам Алиев вспомнил встречу с заместителем исполнительного председателя конференции президентов американских еврейских организаций Малкольмом Хоунлайном во время его предыдущего визита в нашу страну во главе представительной делегации. Глава государства отметил, что еврейская община Азербайджана вместе с представителями других народов живет в нашей стране в условиях мира и спокойствия. Объявление нынешнего года в Азербайджане годом исламской солидарности, успешное проведение в настоящее время в Баку игр исламской солидарности и организованный на высоком уровне 4-й Всемирный форум по межкультурному диалогу были расценены в ходе беседы как вклад нашей страны в усиление межкультурного диалога. Говорилось о значении обеспечения атмосферы мультикультурализма в Азербайджане. Было отмечено, что принимаемые в этом направлении меры отслеживаются с большим интересом. На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных областях.